Привет! Вы на канале Тим Витрич и Маша! Привет, друзья! Сегодня у нас насыщенное видео. Сегодня у нас бой между Бейблейдами. Также мы подведем итоги конкурса на Бейблейдс Прайзен. Второе! А третье мы будем передавать приветы! Сегодня бой между Волк-Риеком и Ротовором. Ну что ж, поехали, друзья. Да. Вы помните вот тот момент с мультфильма? Да. Да. Не может быть! Требую реванша и одержу победу, а пока не позволяй никому обыграть тебя. Идет? Идет! Договорились! Вольтриек, вместе! Волк-Риек тогда выиграл! Да, благодаря своей интуиции и находчивости. Ротовора жалко! Да, жалко, ведь среди всех Бейблейдов у него хорошие показатели выносливости. Да! А может, сейчас, в реальности, мы посмотрим, как бы закончился матч-реванш между Ротовором и Волк-Риеком? Да! Ну тогда к бою! Да! Ну что ж, выносливость Ротовора против атаки Волк-Риека. 3, 2, 1! Так... Пока мисс Волк-Риек не приближается. И не хочет. Да, так, Волк-Риек приблизился и начинает понемногу атаковать. А сейчас даже Ротовор к нему ближе. Кто же первый? Я так понимаю, никто не разлетится, но кто-то первый сдался Ротовор. Ну что ж, пока мисс 1-0. Да, да. Раунд второй. 3, 2, 1. Волк-Риек начал атаковать. Вынесет ли его атаки Ротовор и не разлетится? Ротовор не сдается. 1-1. Молодец, Ротовор. Раунд третий. 3, 2, 1. Так, погнали. Волк-Риек атакует понемножку, но не разгоняется. Вынесет ли атаки Ротовор? Смотрите, они еле-еле друг к другу приближаются. И Ротовор сдался первым. 2-1. Раунд четвертый. 3, 2, 1. Боже, кто же? Что-то они не хотят. Посмотрите, этот матч прямо как будто матч друзей. Они друг к другу не подходят близко. Просто дают вот время, чтобы остановиться и все. Кто? На какие-то считанные секунды, мне кажется, Волк-Риек остановился первее. Нет. Вы думаете, да, ничья? Не, мне показалось, что Волк-Риек раньше остановился. Да, потому что я видела, что он расшатался. Я чуть-чуть расшатывалась. Значит, он первый остановился. Ну, тогда получается 2-2. 2-2. Значит, сейчас будет решающий раунд. Да. Решающий пятый раунд. Подведи. Ты тоже. 3, 2, 1. Так, они взяли хороший разгон. Волк-Риек никак не может атаковать со всей силы. Что же такое? Может,
сдается. Кто же? Смотрите, Волтрек сдается. Да, Волтрек сдался. Рактавор взял реванш у Волтрека и выиграл. Я не знаю, как у меня это получилось. Ну, так получилось в реальности. Да. Как получилось бы в мультфильме, мы не знаем. Да. Да. А сейчас итоги конкурса. Кто же получит этот Би-Блейд? А вот сейчас мы это и узнаем. Только, ребята, сразу не расстраивайтесь, если кому-то не повезет. Ведь совсем скоро у нас будет новый конкурс. И мы хотим вас попросить, чтобы вы написали в комментариях, какой следующий Бейблейд нам разыграть. Да! Ну что ж, давайте теперь посмотрим, кому повезет и кто выиграет Бейблейд с прайзом. Итак, кто станет счастливчиком? Ждем. И это Артем Арт. У меня нет друзей, что мне делать? Артем, ну мы тебе отвечали, что надо быть подписанным на наш канал. И давай мы просто проверим, ты подписан на наш канал? Есть ли мы у тебя в подписчиках? Так, каналы открываем. И вот, Артем подписан на нас, и мы поздравляем тебя, Артем. Артем, поздравляю тебя, этот праздник твой. Артем, свяжись с нами, пожалуйста, в личных сообщениях или по контактам, которые указаны в разделе о канале. Да. Ребята, не расстраивайтесь, кто не выиграл, ведь у нас еще много будет сюрпризов для вас. Да. А сейчас приветики! Передаем привет Богдану Лазенко и Гришко Жене. Привет! Привет! Следующий привет для Ивана Бейблейд Фан Топ и Дениса Неделька. Привет! Привет Алене, Кире и Давиду. Привет! Привет от нас Ване и Сергею. Привет! Наша подружка Ксюша, привет тебе, брату Илье, всей твоей семье, особенно двум попугаям Гоше и Яше. Привет! Динара и Светлана, привет! Привет! Привет от нас Данилу с канала The Brain Maps и каналу Pennywise. Привет! Нас смотрит сам Зак Ранковое Солнце. Привет тебе! Привет! Макс Зиновьев и Илья, здорово вам! Привет! Миша и Миша, привет! Привет! А теперь привет для двух Саш, Саша и Саша. Привет! Шлем привет ребятам с каналов YouTube и какой-то чувак. Привет! Также ребятам с каналов June19 и The Sandex привет! Привет! От нас приветик Коле, Музычка и Роману. Привет! А также спасибо за просмотры Славе, Тимуру и Святославу. Привет! Привет! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Тим Биты и Маша. Пока-пока! Пока, друзья! Thank you.
Thank you.